Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня мы находимся в очень трогательном месте, в мемориальном комплексе под названием «Детям, жертвам войны». Находится он в поселке городского типа под названием Красный берег. В прошлом выпуске я рассказывала вам про шикарную усадьбу, которая находится недалеко от этого памятного места. А сегодня я хочу рассказать вам историю о детях, которые были узниками немецких лагерей и которые, к сожалению, не вернулись оттуда живыми. Этот комплекс состоит из двух частей. Как вы уже наблюдаете, на первом плане бронзовую фигуру девочки-подростка с поднятыми над головой тонкими руками, словно она защищается от всех ужасов Великой Отечественной войны. А позади пустой учебный класс. Видите, парты и школьная доска. Вот эти парты. Место. Сердце сжимается. Ровные шеренги белых парт, три ряда по пять парт. И на черной школьной доске полностью воспроизведено письмо отцу от Кати Сусаниной, которая стала прообразом скульптуры девочки. Письмо невероятно трогательное. Для того, чтобы полностью прочувствовать весь смысл, всю атмосферу того времени, наверное, каждому туристу необходимо лично постоять около этой доски и прочитать каждое слово. Вторая часть композиции называется «Площадь солнца». Центральный образ занимает белый парус бумажного кораблика, на котором воспроизведены имена детей. Парусник в окружении детских рисунков, изображенных в виде витражей в белых рамках. И в основу витражей положены настоящие рисунки детей, сделанные после войны в детской изо-студии Сергея Каткова. Эти рисунки предоставила и обработала его дочь, художница Светлана Каткова. И, ну, рано или поздно все заканчивается. Черного луча, луча смерти. И кораблик «Надежда», по мнению Левина, он должен был выражать надежду на то, что дети никогда не будут больше. Рисунки деточек хороших. После войны уже рисовали. Также можно заметить, что в белых рамках расположены увеличенные почти до монументальных размеров фигурки, вылепленные из пластилина детьми Краснобережского детского дома. Мемориал разделен лучами аллеями, выложенными разноцветными плитками. И каждая деталь комплекса очень символична. Парты, витражи выполнены из белого бетона. Дорогие друзья, мне очень сложно сегодня озвучивать это видео.
Вы не представляете, насколько здесь очень трогательная атмосфера, как тяжело слушать письмо, которое прочитали гиды своим туристам, как тяжело слушать все предложения, которые пропечатаны на доске напротив школьных парт. Многие гости данного места не выдерживали и со слезами уходили в сторону, потому что передать всю ту атмосферу, которая здесь царит, просто невозможно ни с помощью моей речи, ни с помощью данного видео. Мальчиков и девочек имена на этом парусе, кораблики. Красивый сад. Как вы уже наблюдаете, этот комплекс расположен среди огромного яблоневого сада. В основу этого мемориала положено событие 44 года. Это памятник скорби, посвящен деткам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И он не имеет аналогов и получил название «Детская хатынь». Автором является заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат Ленинской премии Леонид Левин. Вы не запугаете меня битьем. Я уверен, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон. Когда вернется, кровь. Имитация крови. Кровавая дорожка. Друзья, письмо душераздирающее. Без слез это слушать просто невозможно. Многие зрители, слушатели уходили в слезах привести себя в порядок и возвращались с заплаканными глазами. Дорогие мои друзья, мы продолжаем свое путешествие по местечку Красный берег. Впереди у нас интересная экскурсия по знаменитому поместью, о котором я уже рассказывала в предыдущих выпусках. Я оставлю ссылку в описании. Также обратите внимание на подсказочку в правом верхнем углу. Пожалуйста, переходите на канал, подписывайтесь и до новых встреч. Красиво, красочно, сочные цвета. Ну что, идем в усадьбу. Какая красота! Красивейшее место. Друзья, посмотрите, как интересно выполнено здание.